Уникальное форелевое хозяйство расположилось вдоль по течению горной реки в одной из живописных долин Урупского района. Благодаря оказанной господдержке сельскохозяйственный снабженческо-бытовой потребительский кооператив «Ресурс» выращивает до 30 тонн рыбы в год. И это не предел. В хозяйстве намерено в два раза увеличить объем рыбной продукции. В чисто горной водице поймать золотую рыбку попытался и наш корреспондент Мурат Джанкюзов. Форель – один из самых вкусных и дорогостоящих сортов рыбы. В сельскохозяйственном кооперативе «Ресурс» занимается выращиванием радужной форели. Она привычна холодным температурам, имеет ряд преимуществ. Мальки весят не более 30 граммов, благодаря чему их проще содержать в молодом возрасте. Всего за год рыба способна вырасти до 125 грамм, а молодые самки могут принести до 800 икринок. Форелевое хозяйство было создано в 2010 году. Сначала выращивали рыбу своими силами. Сложность заключалась в климатических условиях. Из-за быстрых перепадов температур рыба растет медленно. Вода то холодная, то грязная. Потому возникла необходимость внедрения современных способов выращивания. Выходом стало строительство предприятия замкнутого водоснабжения. Подобные технологии используются в Ростовской области. Наладили связи, все подсчитали и подали заявку в Минсельхоз Республики. Особую благодарность хочу главе Карачаева-Черкесии Рашиду Борисовичу Темрезову, правительству и Минсельхозу. Они нам удовлетворили нашу заявку, так как мы официально зарегистрированы, официально работали. И мы получили грант в 2018 году, создали рабочие места. На сегодняшний день у нас 8 человек работает. Благодаря современным технологиям вода в бассейне очищается и наполняется кислородом. Температуру можно регулировать самостоятельно, и риск внешних загрязнений сводится к минимуму. А для полноценного питания форели используются специальные корма. Форель, она вообще хищник, и поэтому мы используем определенные корма для ее роста. Перерабатывающий кооператив скоро достигнет в своей работе полной мощи. Уже закупили упаковочную машину, есть охладители, морозильники, приобрели специальный автомобиль для транспортировки живой рыбы. На сегодня в хозяйстве выращивают 25-30 тонн форели в год, а в планах довести продукцию до 50 тонн. Мурат Джанкюзов, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район.